Дорогие друзья, здравствуйте! Мы опять встречаемся с вами вместе, чтобы разбирать разные неочевидные, интересные, глубокие стихи из Псалтирии, книги одновременно знакомой, но и незнакомой. Нашим помощником и спонсором встреч, посвященных Псалтирии, является портал ру. И тема нашего сегодняшнего разговора – это Псалом 65 стих 9 этого псалма. Он внешне является совершенно понятным, скучным и односложным. Итак, читаю перевод на перевод Рыбо и перевод Мира Левинова. Итак, Бог сохраняет нам жизни, а ступиться нам не дает. Другой вариант. Он сохранил «Меняется время» – это перевод Мира Левинова. Он сохранил нам жизни, не дал ногам нашим подкоситься. Как мы видим, описывается здесь жизнь, то, что Бог – ее источник, то, что Бог как будто бы поддерживает нас, дает нам опору лишнюю, и наши ноги оказываются более устойчивы, устойчивыми в этой связи. Но вот возникает перевод славянский, и вся вот эта вот стройная схема, стройная и скучная одновременно, она рушится. Потому что перевод славянский является переводом одновременно и необычным, и иногда очень точным и всегда дающим новый смысл знакомому и, как кажется, банальному тексту. Итак, вот что мы читаем в переводе в славянском. «По ложе шагу душу мою в живот и не давшего во ног моих. Начинаем с конца. Там есть такой вот оборот хороший, и там попроще в конце. Итак, Бог не дал, не давшего во ног моих. Ну, довольно любопытный оборот – ноги в смятении, ноги, пришедшие в смятение, ноги, смущенные ноги, как себя ведут смущенные люди? Они вот бормочут, заговариваются, теряют возможность двигаться. То же самое и здесь. Ноги смущенные, они вот так себя и ведут. Не двигаются, падают, подкашиваются. И я думаю, что перевод «ноги смущенные» он гораздо более такой колоритный, глубокий, чем просто оступиться или подкоситься. А вот начало этого стиха в версии церковно-славянской является совершенно изумительным. Итак, Бог положил душу мою в живот. Душа, значит, есть Бог, есть душа моя, есть живот мой. И вот как будто бы Бог берет эту душу и опускает ее в живот. Кладет ее не, на, не в голову, не в голову, даже не в сердце, и не в руки, и не ниже живота, а помещают ее в живот. Смысл этого выражения передали переводчики РБО и Мир Левинов правильно. Это хорошее что-то. Бог сохранил нашу жизнь. Но вот версия еврейская, она гораздо лучше передана переводам славянским. Чего мы читаем в еврейском оригинальном тексте? Хасим на бахаима». И вот ровно так же переводит и славянский переводчик. Значит, Бог, полагающий, полагающий нашу душу в жизни. Нашу душу в жизни. Но вместо жизни Хаим да, возникает славянское слово живот, которое точно, но ну, мы знаем, все образованные люди знают, все об этом знают, переводится как словом живот. Да, жизни, но еще в русском языке живот это еще и живот. И когда вот возникает такое вот переплетение разных смыслов древних, средневековых, современных, возникает необычное такое значение, которое для кого-то покажется ошибочным и даже неверным, ненаучным уж точно, но вот вообще-то говоря, оно может оказаться и еще одним смыслом, живым смыслом этого древнего э, стиха, древнего текста. Какой же новый смысл возникает у нас, когда мы читаем этот стих, как он написан, положил душу мою в живот. И смысл возникает очень любопытный. А, ну вот живот, интересное место нашего существования, центр нашей жизни, да, живот. И Бог как будто бы полагает жизни туда, где и есть центр нашего существования. Не в голову, не в руки, не в сердце, а вот именно внутро, внутро человека, в его живот. И раз получается так, то Бог и сохраняет нам жизнь, и дает этой жизни продолжение. Давайте почитаем еще и дальше. В дальнейших стихах развивается эта мысль. Бог обещает хорошее своему народу. И как же еще это хорошее описывается? Вот, и так Бог обещает своему народу, своим людям нечто хорошее, сохранение жизни, укрепление ногам и стопам, но дальше описывается то, как Бог иногда дает доброе и хорошее своим людям, а именно подвергая их испытанию. Давайте прочитаем эти стихи, тоже стихи довольно любопытные, где описывается эта педагогика Бога, чтобы нас делать крепкими, чтобы дать нам жизни крепкую. Бог нас тренирует и испытывает. В истории Израиля таких тренировок было, как мы знаем, немало. Итак, читаем, стих 10, Псалма 65. «Боже, Ты нас испытанию подверг, переплавил в горниле нас, как серебро, в славянском переводе звучит так: Яко искусил на Еси Божие, разжегало на Еси, яка же разжижается серебро. Ну вот какую-то имеется в виду какая-то имеется в виду Божья кузница там есть какая-то вот какой-то инструментарий, и Бог переплавляет свой народ. Переплавка народа похожа на переплавку металла, и все нечистое, все грязное, весь вот этот вот накипь, она вот убирается Богом из этого, в конечном итоге, чистого металла. Дальше. «Ты дал нам попасться в силки наши спины на муку обрек». Ввел на Еси в сеть, положил Еси скорби на, хреб, на хребте нашем. Но ну, описывается то, что шел себе Израиль, попался в селки, да, он оказался плененным в сети и потом оказался рабом, а у раба есть колодки, бывают на руках, бывают на ногах, бывают на шее, как, допустим, у животного, да, ермо. И вот Бог полагает это ермо, символ рабства на хребте своего народа. Дальше. Ты позволил врагу попирать наши головы. Мы огонь и воду прошли, но ты вывел нас на простор. Вот в окончании этого описания испытаний оно положительное. В конце концов, ты вывел нас на простор, дал нам свободу или, как написано в переводе в славянском, «И извел есины в покой». А вот начало стиха 12 требует наше внимание. «Итак, ты позволил врагу побирать наши головы». Но на самом деле э, здесь нет слова «враг», а есть слово «энош», да, «энош» человеческое, людское, люди, человеки. И вот на удивление этот смысл более явно нам сообщается переводом славянским. Тут написано так. «Возвел еси человеки на головы наша». Вот. Значит, на голове нашей должна быть корона. На голове нашей должна быть какой-то элемент, как, допустим, у иудеев тфилин, где содержится заповедь Божия. Вот что должно быть на нашей голове. Молитвенный платок, Например, но не человек, а тем не менее человек э, сел, да, стал наездником. Там слово такое используется, кахав, от этого меркава, колесницы, или название танка в израильской армии. Короче, человек стал нашим наездником, человеческое стало нашим наездником. Вот. И в итоге мы прошли и огонь, и воду но в конечном итоге Бог обещает спасение от этого плена, от силков, от этого горнила горячего. Бог обещает человечеству своему покой или простор. Спасибо за внимание. Помощник наш в разговорах наших портал exeget.ru, священник Алексей Волочков из Петербурга. Всего хорошего, не болейте.